Снаряды обнаружены в районе Ходоварихи и обезврежены. Напомним, ящики с боеприпасами были обнаружены на побережье Баренцева моря в июле этого года волонтерами. Накануне группа с представителями Министерства обороны, правоохранительных органов и администрации Заполярного района вылетели на место обнаружения боеприпасов и провели работы по ликвидации опасных предметов. В последнее время как-то участились такие находки, особенно на побережье. Вот мы все помним прошлогоднюю историю, да, когда из моря на побережье вынесла морскую мину, противолодочная морская мина, английская донная мина МК-17, мы как сейчас помним, да, такой самый настоящий большой круглый предмет с рожками, какой обычно показывают в телевизоре. Ну, пользуясь случаем, еще и обращение к нашим жителям, к нашим гражданам. Если вы видите какие-то подозрительные предметы, если есть подозрение, что это что-то связано, может, с боеприпасами, со взрывчаткой, непонятная вещь, все-таки лучше не трогать, не ворочать, да, сразу сообщайте. Сообщить о найденных предметах, которые, возможно, имеют отношение к боеприпасам, необходимо либо в администрацию местного сельского совета, либо в Заполярный район, либо в правоохранительные органы.